Дело в том, что Лукашенко, он же, понимаете, для всех, и включая Путина, да, и для окружения Путина, он остается человеком, который все равно ерзает. Вот. Очень любит говорить, петляет, там еще что-то, Путин давит, Лукашенко петляет. Но это такие давние созависимые отношения, когда Лукашенко самый преданный и верный друг России, только когда надо ему. Он, в принципе, так дружит со всем, он по-другому дружить не умеет. Вот, поэтому эта подлая скотина способна на все, в том числе на какой-то кидок в сторону Кремля, если вдруг у него возникнут какие-то другие гарантии. Но вы же не забывайте, что мы имеем дело с колхозником, у которого есть свой потолок понимания того, как функционирует этот мир. И этот потолок невозможно пробить. И, собственно, поэтому Вова и его конторские, да, КГБ, это всегда был вот тот потолок, выше которого Лукашенко смотреть не может, все остальное для него праздное болтовня. И тут мы видим, что вдруг Путин поднимает свою задницу от дивана, отказывается от 20-метрового стола и, так сказать, едет прямо к Саше. С чего бы это? А Саша перед этим делает заявление на уровне «никто и никогда там Беларуси приказывать не будет». Так, подождите, давайте мы разберемся с этими двумя событиями. Обычно, как еще там надо от Лукашенко, его же вызывали в Кремль. Кремль, в Сочи, ну, вот где-то. Это как вот раз туда. Был мой следующий вопрос, Татьяна, понимаете, потому что я вообще очень трудно вспомнить, когда последний раз Путин ездил к Лукашенко, я а не наоборот. Я не вспомнила. В том-то, я же понимаю, что вы меня спросите, поэтому, чтобы не тратить время на вопросы, я вам сразу даю ответы. Смотрите, ведь я сегодня как раз, так сказать, пыталась вспомнить, а когда, вот принципиально не стала гуглить. Просто думаю, чертоги разума, но они же должны где-то быть, в них же ракета не попадала. Когда? Я не вспомнила. То есть всегда вызывали этого. Будьте любезны, пройдите в номера. Но в этот раз едет Путин. Более того, встреча же будет еще в присутствии двух министров обороны. О чем это говорит? Первое. Значит, план соответствует именно... Мало того, что встречи face-to-face, потому что они же могли в Москве собраться тем же составом, и как миленькие бы приехали, и Лукашенко, и Хренин, тем более, что по 8 часов сидеть в приемной Путина, ему не привыкать. А тут, так сказать, сам царь-батюшка собрался посмотреть на то, что ему как бы, по его мнению, принадлежит по праву, так как он хозяин всего Советского Союза, просто некоторые сопротивляются. Правильно? Так вот, значит, едет именно он. Что-то должно случиться, произойти, скорее всего, мы с вами этого, может быть, даже и не увидим, потому что для журналистов всегда показывается одна картинка, но есть еще бэкграунд, да, бэкстейдж, сори, бэкстейдж, есть то, о чем говорят без журналистов. И ведь смотрите, сначала идет встреча с министрами обороны, а потом они уже встречаются face-to-face. И вот как и что будет происходить на встрече, которая будет не для журналистов, как будет вести себя Путин, как будет вести себя Лукашенко, что он будет говорить министрам обороны. Мы же понимаем, что вот это вот консерв российских там внутри Беларуси много. В принципе, Путин едет в том числе, возможно, и к этим консервам, показать, кто в доме главный. Есть такой вариант, правильно? То есть не как бы не к Саше, Саша он мог бы и вызвать, а вот к этим, ко всем его опричникам показать, кто тут главный. Потому что мы же понимаем, что Лукашенко, если до сих пор не вступил в войну, то он это как-то объясняет. Может быть, он объясняет, ну вот, вот мои не хотят, вот эти, вот генералы не хотят, полковники не хотят, этого нет, денег не хватает, тут мы не успели, танки не заправлены, цепи нужны новые. То есть вариантов отпетлять у него всегда очень много. Тут помирает Маккей, значит. Первая часть марлезонского балета. И умные люди сказали буквально следующее. Если назначит Олейников, то значит эти назначения делает еще Лукашенко. А мы помним, что Олейник, он кореш Макея. А вот если кого-то другого, то, соответственно, это уже назначает Кремль. И, соответственно, назначает Олейника. Ага. То есть процесс сепаратных переговоров с Западом продолжается. Возможно, Вове это трошечки поднадоело. И он решил разобраться уже на месте, потому что сейчас, например, убить Лукашенко или поменять его на кого-то другого – это очень такая стрёмная история. Не, очень большие риски.
нельзя сейчас на них идти, потому что и так вот только-только выпинали из Херсона, а не ровен час мы будем уже в Крыму, а тут еще с Беларусью разбираться. В Беларуси не должно быть никаких сюрпризов, абсолютно, это уже, как говорится, вопрос решен. И вот он едет, чтобы этих сюрпризов нет. Может, он ему карты привезет. Вот раньше Лукашенко ему карты возил, 4 позиции, да? А сейчас ему Вова карты привезет. Возможно, Таро даже в каком-то смысле. Они же оба верят вот в это во все. И, ну, реально карты, на которых он покажет, что будет с Сашей, если вдруг тот решит его предать. То есть... Это уже ртом в ухо, да, это не рассказывается, возможно, каким-то другим образом. Какие у кого есть договоренности, что сейчас Лукашенко обещают золотые горы, если он не вступит в войну и предаст Путина, своего лучшего друга Вована, а, соответственно, потом ему вернут легитимность, с него снимут санкции, ну, там мало ли что ему еще обещают, и, возможно, это надо Саше доказать, чтобы он не верил, ничего этого не будет, его обманывают, и Вову не самый верный и преданный друг. И только в союзе с Путиным он сохранит свою власть. Может быть и такое. Поэтому, а может быть действительно прям какие-то резкие движения, как какой-то... какое-то запугивание, какой-то шантаж, который уже будет прям вот очевиден. Ведь мы же не забываем, что все, что говорится по правительственной связи, по телефону там, и так далее, ведь все равно, да, ведутся стенограммы. Нет, если вы оставили какой-то цифровой след, его всегда найдут. И только в глухом лесу, около метро, в чистом поле, можно поговорить без свидетелей, и никто, кроме вас двоих, знать этого не будет. Але чи можна припустити, що все ж таки Олександр Лукашенко, незаконний самоназваний президент Білорусі, має якийсь вплив на Путіна? Тому що я спілкувалася з деякими експертами, які говорили про те, що той факт, що не Лукашенко їде до Путіна, а Путін до Лукашенка, говорить про те, що Лукашенко відмовився їхати до Путіна, мовляв, для нього це може бути небезпечно, що, мовляв, він може не повернутися з цієї поїздки, як от загинув пан Макей. Невідомо там, звісно, до кінця, що відбулося, зрештою, але... Ви знаєте, Катерина, вполне собі нормальна жива версія, да, беремо в роботу, потому що ми пам'ятаємо, як його в прошлом, при прошлом візиті, случайно оказався в Абхазії, да, а потім там же ж зник раптом. И потом еле-еле выцарапал его Макей, созывая послов во дворец независимости. Поэтому то, что Лукашенко сегодня, допустим, мог отказать Путину ехать к нему, потому что это небеспечно, а мы помним, что он трус, он адский трус, он настолько параноик, то это вполне в себе история. Соответственно, Вова едет к нему. Такое тоже может быть, живая версия. Уплыв. Я буквально вчера, у меня вышла новая «Тайная доктрина», где я как раз про это говорю. Лукашенко стал президентом на 6 лет раньше Путина. К моменту, когда Путин только стал президентом и играл там в какой-то либерализм, кричал, что мы часть цивилизованного мира и не представляю себе НАТО в качестве врага, в это время Саша уже поубивал всех своих основных политических оппонентов. К этому времени у нас уже были эскадроны смерти. К этому времени уже была незаконно изменена Конституция. А к этому времени уже незаконно изменены были государственные символы. И Саша уже понаделал много всего. И в данном случае, когда под Путиным тоже что-то там начинало шататься, Лукашенко вполне себе годно давал ему некие рекомендации, рассказывал, как что делать, как это работает. И до определенного момента мы всегда говорили, что Россия экспериментирует на Беларуси, а потом, если в Беларуси прокатило, то, соответственно, внедряет это у себя. И вот в последнее время, когда всплывают еще много всякого разного, факты, события какие-то, мы под другим углом, да, уже на них смотрим, когда более плотно работаем с экспертами украинскими, в том числе, я имею в виду и политическими, и военными, то, вы знаете, мне более близка история, вот, да, в которую я поверю быстрее, что не Беларусь эксперимент для России, нет, а просто Лукашенко раньше начал. Он раньше начал, и он быстрее справляется с тем, чтобы уничтожать все живое на своем пути. А Вова просто копирует. То есть Вова потыкался, понял, что так это не работает. То есть, будучи либералом и демократом, власть не удержишь. И, соответственно, пошел вместе с Сашей уничтожать всю демократию в странах. Вот Саша сейчас справился. Саша уже близок к Северной Корее. Прошу заметить, что в Беларуси режим гораздо жестче российского, гораздо.
но и страна поменьше. И начали более, да, давно. И опять же, видеонаблюдение уже давно выставлено чуть ли не на каждой елке в лесу. Поэтому мы уже в цифровом концлагере в Беларуси, а Россия это предстоит пройти.